отошли. Отошли. Ты посмотри. Смотри, что творят. Ушли. Стрелять начали. Что делаете, блядь? Стреляйте! Зачем вы убиваете людей? Нападайте! Смотри! Зачем вы его трогаете? Офицеры мои! Вы убиваете меня! Зачем вы его убиваете? Да, мой! Русский солдат! Иди домой! Смотри, ленточки бросайте оружие, идите на кулачный бой! Уходите отсюда, пожалуйста, он нашего там. Ты смотри, герои повалили мужика, забили, скоты! Вы здесь без оружия, ребята! Да, на безоружных нападать слабо, а на кулаках! Вы пришли в чужое государство! Вы идете на кулаках, давайте! Валите отсюда, козлы такие! Твари! Твари! Да, у нас оружие, безоружных легко попадать! Валите нахер отсюда, блядь! Матыря вас есть, битые, жены есть, что вы делаете? Мы здесь дома! Я у себя хожу! Дом! Ты что, ты пришел? Здравствуйте, что делаешь? Зачем вы пришли? Бабла решили заработать, ёба! Зачем вы пришли сюда? Застрели, может, денег дадут, нахуй! Застрели, не занимайся, вот! Пизди! Неужели? Боже, как вам? С оружием на людей безоружных! Написано, друг на каске. Что это за бой? Макеры узнают. Выезжайте. Давай, выезжайте. Домой. Выезжайте. Мы без оружия, действительно, слабо автоматы на людей безоружных наставлять. Домой давайте. Валите, блядь. Убивайте, стреляйте в нас, стреляйте в бабушек! Вы только, блядь, с мирным населением можете воевать, уроды, блядь, аморал. Как вам не стыдно? Да ты вы, а не мы! Зачем вы это делаете? Зачем? Ты бык вот это вот идет. Вот, бычара, блядь, главное. Героям слава! Валите отсюда! Валите! В Россию свою! Никуда он едет! Туда разворачивается! Куда ты едешь, урод? И посмотри, куда он едет. Да, Давид, куда вы едете? Выезжайте отсюда. Уходите. Куда вы едете? Уходите отсюда. О, с оружием, конечно, с оружием. С бабами. Воюйте с бабушкой, которая внуками имеет. Да, воюйте, давай, пистолет наставь на меня. Уроды, блядь. Совести, блядь, у вас нету. Просто. Наглую заходят в село Белозерное. Твари. Боже, вам не стыдно? Вы ж молодые, здоровые ребята. Не стыдно? Пистолет на меня наставлять. Не стыдно? Твари вы, поняли? Все. Вы прокляты будете. Прокляты. И ваши дети. И ваши родители. Конченые. Идите до дома, идите матерям, женам, детей своих кормить. Кормить своих детей. Что вы кормите? Продажные твари.
большинство... Заработать денег приехали. На вся Украина видит, на прямой эфир. А на кулаках, с тобой, с бабкой сбиваться. Они проедут в любом случае. Ніхто тут не трогає, просто до ума їм хочеться довести, хто вони ще. Як ви своїм дітям кладете? Не хочеться нормально жити, митися по-чоловічески, купатися в банях. Дітей своїх водить в кіно не хочете? Мама, не прямо їх відняли. Пожалуйста. Ніфіга ж не слышу. Скоти. Просто скоти. Мужики, за 50 баксов не стоит это погибать. Выгонять свои хаты, что я забыл. Да, с бабами, с белозерскими бабами. Ай-яй-яй-яй-яй. А детям-то глаза дымится. Иди сюда, мужики, домой же. Честная война, честная. Города разбили, детей убиваете, твари, что вы делаете? Потерявшиеся глаза, растили сыновей для защиты, а вони нападают, нападают, нападают. Автоматом я вешался, господи. Це правда. Это кошмар. Да я ж кажу, неужели тут вонючий мы ходить у пары в баню? Вас жена в теплой постели. Не, просто по хаткам бегать, по полям. Вы их отстроились! Огороды надо садить. Огороды надо садить! Фашисты! Не стоит! Боже, неужели так можно положить жизнь за такие деньги? Отсевывается, падает, ой, пацаны, пацаны. Уезжайте домой, бедные ваши, как же ваши, говорю, их потеряю. Две, груз 200, ботинки стоптаны, носки не мыти. Ай-яй-яй-яй-яй. А вы от кого? Скажи, ой, матеря плачут. Спасибо.